Образ США, как американская мечта, выглядит следующим образом. Можно туда, говорит, приехать с 500 баксами и стать там Илоном Маском. 500 баксов, еще должно быть что-то в мозгу. 500 миллионами и все просрать. Образ Британии – это политики и банкиры, которые бежали от режима. Ландри для олигархов, либо это элитное образование для детей богатых родителей. Ну, это малюсенькая часть огромной палитры. Феноменальная торговля по всему миру. Это всегда был вторичный рынок всего, что Европа производила, так как владычица Мария это все продавала по всему миру. Все серенькие, домишки невзрачные, окошечки маленькие. Какая-то вот компания из там 7-8 человек, а у них ярд в управлении. Супер какого-то образования не нужно. Какая-то базовая финансовая грамотность и пытливый мозг, возможности, желания, которые хотя бы первое время впахивать долго, начинаешь где-то, а дальше по ступенькам, в финансовом секторе можно сделать карьеру.